Так, трава еще не выросла, земля не косит. Вот, видите? Трава должна быть 20 сантиметров, чтобы ее косили. Вот, посмотрите. И у нас уже косят траву. Она только начала расти. Еще только снег. Еще 28 числа у меня под балконом снег лежал не растаявший. Ой. Посмотрите, что у города так много денег, чтобы вот это вот такое мероприятие делать. Вот видите, земля, вот земля. Трава еще не выросла. А они, вот смотрите, косят. Во. Вот ходят, косят. Смотрите, сколько народу много. Что, у города так много денег? Смотрите, какая техника. Во, по голой земле идет, косит. Представляете? Вот земля голая, а он ходит, косит. А вот следом идет второй. Видите? По голой земле. Трава еще не выросла. А вот третий заходит. Видите? С какой техникой ходят, косят траву. Вон, вот как они косят. Что, разбежались, попрятались сразу же. Стало снимать. Посмотрите, вот еще пятая, шестая. Видите сколько? А вот седьмая. Едет, там еще есть. Смотрите. Земля еще вот голая, земля, травы нету. Видите? Какая техника? Обалдеть. С какой техникой? Вы знаете, сколько это бензина? А народу сколько? Мужиков сколько здоровых? Видите, как? Что делается? Это в городе, в мэрии, у кого-то так много денег? Вот, хочу спросить. Я не знаю даже, у кого спрашивать. У Нацадина, у Лимаренко. Вот что такое? Вот что это? Трава еще не выросла. Она должна быть 20 сантиметров. Так мне специалисты сказали. Представляете? Как... вообще, да? Вот это да. Видишь, как? Круто, да? Круто. Это кто у нас так деньги отмывает в администрации? Обалдеть. Ух, какая техника. Все? Улыбнитесь, вас снимаю, да. На ТВ отправлю. Ух, пошла армия дальше. Прикинь. О, какая трава, да, густая, что он ее косит. Ох, обалдеть.